Вот теперь ответ от адмирала. Причем, судя по контролю, весьма достойный. Но никто не рискует. Вновь Чебыкин. Поднимает голову. Прострельная передача без подставления от Орехова. Но контроль над шайбой остается у команды из Владивостока. И позади в этом овертайме уже 2 минуты. Я думаю, трибуны вы хорошо слышите. Чебыкин. Передача налево. Какой момент? И здесь еще один пас напрашивается вот сюда. И, разумеется, Николай Чебыкин оформляет дубль. И в сотом матче приносит победу адмиралу над Сибирью. Да, и становится автором сказки, которая сейчас родилась в Владивостоке. Просто спасти мертвейший матч удалось сегодня игрокам адмирала.